Я боюсь, мне страшно. Да ну не бойся, он хороший, он тебе не будет больно делать. Он тебе делает только чик-чик-чик. Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фликс, Фанион, Сережна, Енот, Фишмен, пацаны, поздравайтесь. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ну что ж, сбылся этот день, когда мы записываем Among Us в Гаррис моде. Если тебе опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Надеюсь, Серега будет убийцей, или даже если не убийцей, мы его первого кикнем, да? Я знаю, кто тебе кто? Предатель. Это ты. А, хорошо. Нехорошо, это да. Ты так знаешь, мне нравится, он убийца и сразу на меня решил спихнуть с самого начала. Это так не работает. Конечно. Почему? Потому что. А почему? Потому что ты Бэтмен. Нет, я не Бэтмен, я Байон. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся записать всякую чушь, хотел сказать, всякие классные режимы. Так. А где все? У нас куча людей играет и никого нету. Вот он бежит. Что тебе надо? Поехали щит, пацаны. А, даже он, кстати, он есть в щитке, он не бежит даже к ним. Все, я знаю, кто это. Скажу на голосовании, специально не буду говорить, конечно, это имя. Конечно, ты. Да ладно, нахните. Да. Нет, зажали. Че Фитман просто уткнулся? Он подозрительный. Ну. Импостер-компостер. Серега, ты иди, давай вместе ходить. Вот давай, я буду с енотом. Вот я с енотом камеры смотрю, все. Окей. Серега, тебя убьет Димас. Нет. О, нет. Я зачем буду с енотом. Я увижу двух додиков. Вижу одного. Он к нам идет, этот додик. И это убийца. Это был убийца, кстати, чтобы ты понимал, тот додик последний. Да. Вот это черный? А потому что когда надо было бежать к щитку, всякие электричества, он взял, побежал в другую сторону. Это очень странно. Это уже как-то странно. Я с енотом все это время, чтобы вы понимали. Темно. Дерьмо, я ничего не вижу. Слышь, а че у тебя этот скин впереди побитый? Ты как сделал так? А уже нету. Это... А нет, есть. Биги, биги. Прикольно, биги. А, не это не стул просвечивается. А как это работает? Я стул избил. О, я починил свет. Молодец, о, красава. Это подозрение на скромника. Ты думаешь? Вот, видишь, бегал? Вот прошел сейчас справа внизу. Вот. А вот это я тебе говорю, что я думаю, что это он. Вот она. Опа. Смотри. Внимательно. Пошли, на кнопку нажмем его выкинем. Ты думаешь, что это он? Вот он, смотри. Да. Вот. Не чинил, побежали. Ой, опять, ну вы издеваетесь. Это я говорю, что это он. Не я смотрел камеру. А, не ты? Надо свет починить, вы не нажмете. Побежали, Серега, побежали свет чинить, быстрей. По-любому это желтый. Офигеть. Гениально. Да какой зеленый? Зеленый. А что, вы нашли труп или что? А, уже уби. Да ну нафиг. Это скромник по-любому. Нет. Это скромник. Да скромник. Вообще его не видел. А знаете почему? Потому что надо ремонтировать бежать было, а он не ремонтировал. Странно. Подозрительное как. Почему он не бежал чинить? Вот просто, чё не бежал чинить? Чё, блин, странно. Если у тебя задание в другом управлении, иди это, лучше свет восстанови. Я буду с Серёгой бегать. Давай, Димас. Пацаны, я с вами. Только у меня тут задания нету. Я тоже нет. Надо будет задание прибавить. Я буду с вами бегать, чтоб меня не убили. Я тоже. У импостера еще 6 минут. Там мы за 6 минут его раскусим. Ой. Посмотрите, нас четверо. Это ой. Надо саботаж было делать. Кто с нами? Нету. Кого? Кого-то нет. Ну, я тогда пойду отдельно. Сейчас убьют меня, конечно. Что делать? А, я не те цифры жму.
Так, здесь у нас вели. У нас я тут. Я на этом... Блин, опа, я далеко. Блин, а мы сейчас умрем. Ой, говно. Это Сережа? В смысле, Сережа? Нашли мой труп. Подожди. В смысле, Сережа? Прыгнул, он прыгнул в люк при мне. Он при мне я прыгнул, не прыгал в люк. Он прыгнул, ребят, поверьте, он прыгнул в люк. Я не прыгал. Он в столовке прыгнул в люк. Чекайте, он в столовке прыгал в люк. Это заметьте то, что енот с Димасом больше всего уходил, так что я думаю то, что это енот. Нет, это Серега, это Серега. Почему он, я? Когда мы с енотом ушли, он с Димасом остался и просто он помог. Нет, я пошел задание выполнять, Димас там пошел чинить. Это енот. Мне кажется, это енот. Фишман, голосуй за Серегу, увидишь. А чё ты не заставляешь за меня голосовать? А может быть это не я? Димас! Пусть сам решит, либо ты, либо я. Димас, за кого голосовать? А я труп! Димас мёртв вообще. Как я могу труп сказать тебе? Труп может только сказать, что должен говорить. Ну? А, ничья! Да ладно! Вы что, не догадались, кто это? Мы сейчас проиграем! Ну все, мы проиграем сейчас, это нас маньяк убьет и все, ГГ. У нас тут, знаете, как этот индийский фильм прям разворачивается, кто же убийца? Это ты. Давай, ты здесь, я там. Знаете, что убийца мертв, да, прикольно было? Такой баг, да. Остались одни это живые, и это подозревают друг друга. А кто предатель у нас? А кто? Так, а чё вы нажали-то всё-таки? Я думал, вы всё-таки будете ждать, пока всех замочат. Осталось чуть-чуть. Выкинешь меня, проиграешь, чекай. Я стою около кнопки, смотрю, а заднего это енота закрывается дверь, мне страшно стало. Логично, а почему тут дверь? Я один в комнате. А он дверь может закрывать. Опять. А зачем мне самого себя закрывать? Опять никто? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Прикольно. Катка интересная, реально мне нравится. Чем же закончится это все, ребята? Напишите в комментариях, пока не кончилось. Затащим мы эту катку или нет? Напишите в комментариях, вот прямо сейчас нажмите на паузу и напишите, сможем мы затащить или нет. Догадаются эти челики? Я буду молчать до посинения. Писав в комментариях, чтобы... Давай, просто тот, кто уже сейчас смотрит ролик, конкретно знает, кто убийца, оно что было в анимации, видно цвет. Но вот выиграет ли катку? Нет. Я бы на вашем месте жмякал бы, конечно, кнопку. А надо починить свет. Свет чините. Вместе, хотите просто вместе? Я боюсь. Да ну не бойся, он хороший, он тебе не будет больно делать. Он тебе делает только чик-чик-чик. Это Серега. Мысли я. Но как так-то? Хотя, стой. Это Фликс, блин, он с енотом пошел. Он с енотом пошел. Не спешите, пацаны, не спешите голосовать, хорошо подумайте. Стойте. Я вот стоял, начал, проходил, и там видел тебя, Фликс, как ты это с енотом прошел мимо меня. Серега, дай я объясню, пожалуйста. Что? Говори. Слушай, я такой прихожу в электрику. Я хотел проверить, где вентиляция, на наличие трупов. Я такой хотел свет починить, а там такой труп. Серьезно, это не я убивал. Вентиляция? Меня кто-то подставил. Блин, остается только Фишман. Все. Что я-то? У меня практически в группе ингует. Я вообще практически не хожу. Ребята, не голосуйте, сделайте вывод, кто на кого... Хорошо, молчу. Вот, смотрите, вот это подозрение у меня на Фишмана падает. Он никуда не ходит, нигде не ходит. Вот я в это время выполнял... Енот, тихо. Ты мёртв. 20 секунд. Значит, Дима говорит, мне нельзя. Нормально ты. Я думаю, это Фишман. Всё-таки. Если это не Фликс, это Фишман. Если и сейчас мы ошибемся, я буду это кабакой. Серёга, Додик. Вы что, гоните? Серега, ты кабака. Ребята, напишите в комментариях, пожалуйста. Давайте посмотрим, сколько нас самых классных и креативных людей. Напишите, Серега кабака. Это будет угарно. Одурачу вас всех. Это было очень круто. Серега, ты реально молодец.
Блин, я хотел, я вот енота завалил, чтобы это больше ну, на меня что-то там не гнал, а то он это уже Фликса против меня настраивал. И вкнуто на меня. Молодцы, классная катка. И я, друзья, что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А мы еще немножко поиграем.